Продолжаем выпуск. Сегодня проводится значимая работа по повышению роли фундаментальных научных и практических исследований, направленных на социально-экономическое развитие страны. В этом плане хорошие результаты показывают технопарки, которые обеспечивают интеграцию науки, образования и производства. Продолжим тему на примере проектов, реализуемых в молодежной инновационно-производственной зоне Алтынсайского района Сурхандаринской области. В соответствии с указом президента о совершенствовании системы государственного управления в сфере развития научной и инновационной деятельности в молодежной инновационно-производственной зоне Алтынсайского района на основе современных технологий начался выпуск качественной продукции. Для реализации данного проекта в Махале ИПОК выделено 1,2 гектара земли. В нашей Сурхандаринской области Алтынсайский район считается районом инноваций. Для поддержки населения Министерством инновационного развития здесь реализуется 9 проектов. Для этих целей выделено 10 миллиардов сумм. На сегодняшний день 8 из запланированных проектов уже начали свою работу. Основная цель – широкое привлечение населения области к предпринимательству. В этом технопарке реализован проект по производству водостойких и высокоэластичных биоразлагаемых гидрогелей с использованием местного сырья. На эти цели было выделено 1 миллиард 300 миллионов сумм. Примечательно, что гидрогелевые продукты можно широко использовать и в качестве удобрения и сохранения влаги в почве для всех типов растения. По словам экспертов, передовой инновационный метод снижает потребление растениями воды на 40-45% по сравнению с традиционным. Сейчас на территории Алтынсайского района Сурхандаринской области мы производим гидрогелевую продукцию, которая обладает свойством сохранения и передачи растениям влаги. Благодаря использованию гидрогелей в сельском хозяйстве повышается урожайность и улучшается качество даже самой почвы. Вместе с тем на территории промзоны производят термостойкие механические и полимерные трубы на основе минеральных базальтовых волокон. Это позволит снизить себестоимость товара и повысить ее рентабельность на 20%. Для информации, полипропилен Поленовые трубы на основе минерального базальта устойчивы к высокому давлению и температуре плюс 90 градусов. Полисульфидные полимерные краски для дорожных покрытий, устойчивые к высоким температурам, производят здесь также с использованием местного сырья. Это серы и соединения металлов. Они дешевле, однако по качеству не уступают иностранным аналогам. На сегодняшний день краски для автодорожных покрытий привозят нам из-за границы. Цена по 6-7 долларов за 1 килограмм. Производимые нами же полимерные и полисульфатные краски будут стоить потребителю всего 2,5-3 доллара за килограмм. Еще один перспективный проект на инновационной площадке – производство сыворотки против болезней из калифорнийских червей. В результате реализации проекта, на который Министерство инновационного развития выделило 600 миллионов сумм и 100 миллионов сумм от инициатора проекта, создано 50 новых рабочих мест.